Полиция Павлодарской области задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании сельской учительницы. Преступление произошло 2 дня назад в здании бывшего сельского акимата. 19-летняя пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Почти сутки оперативники искали подозреваемого. Задержали его в соседнем селе. Как сообщил замначальника областного департамента полиции, задержанный уже совершал подобные насильственные действия в 2010 году. Но тогда потерпевшая на своего обидчика не заявляла. Как стало известно, 30-летний житель села Майкарагай района Аккуле не раз приступал закон. Несколькими годами ранее его привлекали за кражу скота, но в связи с примирением сторон он не понес уголовного наказания. Сейчас полицейские ведут досудебное расследование. Там имеются факты, о которых мы можем чуть позже сказать. После того, как проведутся определенные экспертизы, очные ставки и так далее. Действительно, сейчас признает, свои доводы говорит. Мы их сейчас проверяем полностью, сопоставляем. Имеются свидетели по данному факту. Мы сейчас будем проводить все следственные мероприятия.